Да, продолжаем тему о пасторском служении. Вот, друзья, да, я, получается, сегодня больше свидетельствовал как раз и о своем пути с Господом, да, и о призвании от Бога. Я знаю, что дары Божьи, призвания непреложны. Я знаю это действительно, что это правда, на самом деле так оно и есть. Бог, призывая нас, каждого из нас, не ошибается. Потому что, может, нам порой кажется, что Он ошибся. Да, но Он, находясь выше времени, вне этого, и во времени, и вне времени. Время – это тоже одно из Его творений, прекрасных творений Бога. Весьма все хорошо было создано, вот, знаете ли. Но само временное это измерение, да, оно временно, как ни странно звучит. Вот, есть начало и конец этому времени. Вот, но мы из вечности и вечность. И поэтому у каждого есть вот это вот понимание внутри, где-то глубоко внутри, что мы не для временной жизни созданы вообще, рождены мы для вечности. Вот, это есть подсказка в каждом человеческом существе однозначно. Спасибо, Господи, за все. Спасибо Тебе за действительно то, что Твои дары и призвания непреложны, потому что Ты видишь все. Видишь всего человека. Бог видит всего человека на самом деле. И его прошлое, и настоящее, и будущее. Вот. А самое удивительное, что я переживаю в своей жизни, как верующий человек, то это то, что вот это прощение, да, агнец Божий, заклан 2000 лет тому назад, с одной стороны, казалось бы, да, но кровь его омывает нас сейчас, сегодня, сейчас. От всякого греха раны его исцеляют сейчас. И, но еще более удивительное человеческому и ангельскому умам просто непостижимая тайна, что агнец от века закланный вообще. То есть это мы только в вечности сможем это осознать. То, что произошло на Голгофе, это лишь отображение того, что в вечности действительно свершилось. Свершилось искупление рода человеческого, свершилось. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все, спасибо. Вот, и одно из самых прекрасных, вот именно в призвании пасторском, служении пасторском, вот из жизни Иисуса, вот выписал себе у Матфея 9.36, и похожее местописание Матфея 9.36, что Иисус жалился, да, вот смотря на людей, и у Марка 6.34, Матфея 9.36 и Марка 6.34. Одна и та же история, но немного разными словами, но в принципе то же самое описывается. Вот что Иисус, увидев людей, да, Он жалился, они были как овцы, вот, без пастора. Вот интересно, что одно из прекрасных вот подсказок свыше от Бога человеку в его призвании пасторском, да, пасторскому труду, это вот, вот это чувство как раз, жалость, жалко, любовь, которая действительно сжаливается, да, вот любовь, которая человек сострадает, человек любит и готов жертвовать собой ради вот этих людей, готов душу свою положить за них, вот, и это от пастыря-начальника нам подсказка, что есть Божье призвание в этом, есть Божье призвание к этому пасторскому труду. Это удивительный труд, конечно. Вот, и спасибо Господу за это. Сам Иисус в Иоанна, в 10 главе, рассказывает о себе как о пастыре, добром пастыре, прекрасном пастыре, вот, и который действительно душу свою, жизнь свою за нас ложит. За каждого из нас. Вот. И это самый прекрасный пример вообще. Пасторский пример, пасторского служения. Вот. И его, конечно, я не знаю, вот человеческому уму непостижимо просто его пасторство. Представьте, он знал наверняка, что даже в его вот избранных, казалось бы, да, вот ближайших учениках, один есть дьявол и вороватый человек, значит, да, но он, представьте, козла в огород,
Ему доверяют кассу церковную. Вот. У меня столько не хватило бы мужества никогда. Вот если бы я знал, что, допустим, в моей церкви есть вороватый человек, и ему доверить вдруг еще кассу церковную, представьте, бухгалтером назначить его. Не знаю, это для меня это просто, я не знаю, высшая степень какая-то вот, пасторства. Человек, знаете ли, вот такое ощущение, что Господь хочет, вот, дает возможность реализоваться человеку, да, и в одном, и в другом, и всегда ждет вот этого момента, когда человек, он, вот, то, что он по-еврейски тшува, русское слово покаяние, оно не совсем выражает вот это вот, как сказать, библейское, собственно, библейское покаяние. В русском языке покаяние – это чаще всего эмоциональное и самосожаление, допустим, да, вот самосожаление, жалость – это к себе. Покаяние – это, ну, чем обычно ассоциируется покаяние вот, у нашего человека? Ну, что-то сделал, ну, с раскаянием, да, вот, с раскаянием, больше как бы на раскаяние. За дела, да. Вот, но, да, греческое слово покаяние, да, которое означает, это метаноя, очень красивое слово, да, греческое, метаноя означает изменение сознания, перемена мышления. Вот, значит, и есть еще такое интересное объяснение, вот, что это слово использовалось в старой греческой армии, означало команду «кругом, раз, два». То есть в движение шли в одном направлении солдаты, офицер кричит им «покайтесь», метаноя, и они разворачиваются и идут в противоположное направление. Вот, и мне так нравится, когда вот, и Бог повелевает всем людям повсюду метаноя, да, покаяться, то есть развернуться и идти в другое направление, прямо противоположное. Кстати, в Минске баптистская миссия одна начала новую церковь не так давно, очень интересную такую, белорусские баптисты, но такие очень такие активные братья. Церковь, название самое нерелигиозное, которое, да, даже харизматы так никогда не называли свои церкви. Представьте, знаете, как нас назвали? Просто одной цифрой, 180, и все. Церковь, черт. Да. И когда, а почему 180? А 180, вот разворот на 180 градусов. Да, самое нерелигиозное название. Кстати, она одна из самых быстрорастущих церквей сейчас в Беларуси вообще. Молодцы, американская миссия баптистская, ну это белорусская и американская баптистская миссия, потрясающие служители, вот, и даже многие харизматы сейчас белорусские приезжают к ним на служение и, открыв рты, учатся вообще вот именно вот, ну, их методикам служения, вот именно, удивительно, конечно, поэтому, понимаете ли, порой люди думают, вот пробуждение будет через ту церковь или через ту церковь, а Бог движется как хочет вообще, как хочет. Вот, и наш как раз служитель там в Минске как раз посещает их служение, очень доволен вообще, очень рад, что такие братья вообще активные, слава Богу. Вот, и это в Белоруссии, представьте, нет такой свободы, как в Украине, но настолько вот братья, да, настойчивые пред Господом и вообще, и вот в таком движении Духа Святого, вот реально в течение движения Духа Святого. Так что это 180 градусов. Но еще более глубоким является еврейское слово. В Ветхом Завете слово «тшува». 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 Ну, оно так и пишется, в принципе, по-русски. Да, «тшува». «Тшува» – это не просто даже изменение сознания. Потому что греческое все-таки, даже изменение жизни, не то еще. Греческое больше слово «метаноя» относится к области философии даже. Вот. Тшува, самый хороший пример этого слова, как бы иллюстрация этого слова, да, это вот притча Иисуса о блудном сыне. Вот это тшува, иллюстрация. Вся эта притча, как именно образ вот этой тшувы, это означает прийти в себя. Вот как блудный сын возле свиного корыта сидел уже, да, находился уже, завидовал хрюшкам этим. Вот, значит, и он, написано, пришел в себя, да, вот этот тшува, начало тшувы, прийти в себя. Потом, значит, он стал размышлять, думать своей головой уже стал, наконец-таки включил голову свою, да, вот это тоже тшува. Вот потом он помыслил именно так, что я вернусь к отцу своему, да, значит, он вспомнить, это тоже тшува. Потом он же не остался возле свиного корыта, так же философствовать и умереть. Нет, он встал однажды и пошел.
Это тоже тшува. Тшува это действие, да. Действие встать и пойти. Потом, самый прекрасный момент, обычно как раз на картинах, да, вот у Рембрандта, значит, как раз, да, возвращение блудного сына, когда-то обнимашки эти уже, все, значит, вот блудный сын, вот, значит, и там, как говорится, дурная голова ногам покоя не дает, значит, там у Рембрандта это очень хорошо показано как раз. И вот это голова и пятки примерно в одном стиле сделаны, и прямо такая иллюстрация, что да, вот блудный сын, но он таки пришел все-таки к отцу. Значит, отец его обнимает, его, значит, и вот как на Востоке говорят, когда человек делает шаг навстречу Всевышнему, Всевышний делает 1000 шагов навстречу человеку. И когда человек идет навстречу Всевышнему, Всевышний бежит навстречу человеку. Вот. И тшува – это еще быть принятым, принятым, обласканным, принятым. То есть в метаное этого нет, к сожалению. А в русском покаянии, слово покаяние, это вообще даже как бы и чаще всего не имеется в виду даже, к сожалению. Это как, да, значит, как в том анекдоте, да, когда, значит, там детей оставили у бабушки, да. И, значит, бабушка неверующая, и говорит, что вы там, короче, своим детям, своему ребенку, там, значит, внуку моему, короче, настропалили чем-то его религиозным. Он целый день ходит за мной и говорит, молись и кайся, молись и кайся, молись и кайся. Да, да, да. Так это что, он уже просит включить мультфильм. Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон. Молись и кайся, молись и кайся. Вот, значит, но у многих такая вот ассоциация, что да, покаяние, это молись и кайся, молись и кайся. Вот, значит, но тшува это еще быть принятым. И самое интересное, вот попытка не тшувы была у сына даже уже в объятиях отца. Помните, он говорит, он, отец его обнимает, а он еще пытается говорить, что я недостоин, да, вот, на самом деле это как раз, вот, даже в объяснении еврейском, да, это как раз вот свойство души, которое не готово принять отцовскую любовь, это как раз не тшува, это как раз вот именно попытка бунта такого против Всевышнего Бога. А настоящая тшува это согласиться с Божьим, вот этим, с его обнимашками, с его объятием, с его принятием, что и быть принятым, и принять эту любовь, это принять. И он принял таки, слава Богу, принял эту любовь, он не стал потом по-прежнему настаивать на своем, я недостоин, недостоин, нет, он зашел в дом, уже в одежде, да, еще пришел весь как бомж, да, вот, ну, от свинарника еще, да, как говорится, да, нет. Явно не кошерный весь такой, вот, но одежда была на нем уже правильная, да, значит, и перстень на руках, он дошел в дом отца, вот, и отец тут же раз, вот, теленочек как раз у нас есть там, все, пожалуйста, закалите, короче, много мяса, у нас будет сейчас пирушка будет, у нас пир будет на весь мир вообще, вот, и, значит, он в доме отца пирует, да, это тоже тшува, не просто даже быть, не просто принять даже, а царствовать с ним. Это уже тоже тшува. И самый удивительный пример, это уже со старшим сыном, конечно, когда он в этой притче, да, в конце вот такая ложка дегтя такая, да, что старший сын вне дома отца. Он как бы не может войти в дом именно через непрощение, обида. Да, вот обида, непрощение. Он не может простить. Вот, и самое удивительное, не просто простить сей сын твой, да, говорит, ну, брата своего. А самое интересное, что эта притча, по сути, о двух блудных сыновьях, да, вот на самом деле. Потому что старший, хотя он всегда, всю жизнь как бы с отцом, но сердце его где-то там с друзьями, с козленком где-то повеселиться, где-то там, значит, ты не даешь нам даже, как бы, то есть его сердце вне отца. Вот. А тот, который громко хлопнул дверью, значит, да, он был вне отца там тогда, да, но сердцем уже к отцу уже. Вот, понимаете, бывает такое, что вроде он далеко от отца, да, но сердце его там уже с отцом уже. А другой и никогда не ослушался его, и все время верный, все время с отцом, но сердце его вот где-то там на стороне. И вот такая ложка, такая дегтя в конце этой притчи. Там не написано, что он вошел. То есть вот такое грозное предостережение, что единственный момент нет шувы, да, когда вот человек он не входит в царство, да, и не пирует с отцом, это когда он вот в таком состоянии, его сердце вне. Ой, а на протяжении всего этого Элула месяца вообще, это тема любви, трепета и любви.
трепетной любви. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, грядешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Только ты один для меня, и нет иного, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, грядешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Спасибо, Господь, спасибо, святой, любимый наш, возлюбленный. Ты прекрасный, ты самый красивый, самый умный, самый добрый. Никто не добр, как ты, Бог наш. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, Господь, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь. Церковь ждет Тебя, Боже, и
Сегодня, Господь, эти ожидания еще больше, особенно каждый год, Боже, все больше и больше, особенно в это время месяца Элула, Господь, Боже всемогущий, тогда, 2000 лет назад, в эти же самые дни, накануне Твоего Рождества, накануне того, как Ты появился на свет, действительно совершилось чудо, Боже, в эти же самые дни месяца Элула, Иосиф, Мария, не найдя дома гостеприимного или достойной гостиницы, довольствовались вот этими вертепами, этим хостелом тогдашних лет. Боже, но, Господь, Ты там совершил чудо, Боже, в той семье богобоязненных этих возлюбленных, Ты совершил чудо, и, как сказано в Слове Твоем, младенец дан нам. Спасибо Тебе, Господь, родился. Спасибо, Господь. Аминь. И когда Иисус родился, то вот одно из вот этих пророчеств, самых первых, да, которое было обозначено, я вот одно из моих любимых мест Писания в Новом Завете, как раз Матфея, самое начало Евангелия, вот, Нового Завета, он говорит, Матфей, мне чем нравится, что он много как раз ссылается на пророчество, на то, что предрекли пророки. Вот, и очень много как раз вот этих вот моментов таких указывает прекрасных. И там самое первое пророчество, которое исполнилось, что все девы в чреве примет, да, и нарекут ему имя, и родит, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И это хороший перевод тоже, правильный перевод, но более точный перевод, я вот говорил тоже и говорю, что более точный перевод «Эммануэль», да, это буквально внутри нас сущий Бог, растворенный в нас, выпитый, съеденный нами. Вот, потому что если на иврите, если я говорю «с нами Бог», да, то «Этануэль», «Этануэль» произносится. Но не Эммануэль. Эммануэль так не говорит никогда вообще никто. Вот это потому что выглядит вообще-то, как можно съесть Бога, как можно выпить Бога, как можно растворить в себе или в нем раствориться вообще. Эмману – это смешение, это частью стать друг друга. Вот и самый хороший пример – это вот с водой, я вот говорю, да, вот переводчики, знатоки иврита, вот преподаватели с многолетним опытом. Для меня, как для художника, образный пример самый хороший был с водой. Маим, вода. Шем Маим, небеса. Вот вода, которая в стакане, по отношению к ней я могу только лишь слово этану употребить. Этану. Вот, это этану Маим. Маим. То есть это буквально вода, которая вот возле меня. Но когда я пью ее, ваше здоровье. И вот когда вода, она сейчас в меня вошла, она растекается по мне сейчас, еще там какие-то секунды, и она уже все больше и больше по мне растекается, проникает глубоко, вот, и мы не видим этот процесс, но понимаем, да, со школьной скамьи, как это происходит, что это постепенно-постепенно частью меня становится, а я частью ее становлюсь. Интересный процесс такой. И мы же из воды, и водой созданы, и мы из воды состоим в основном. Да. Вот, сухой остаток совсем ничего там. Вот, значит, все в основном вода. Но самое интересное, вот вода, которая уже частью меня стала, а я частью ее стал. Вот по отношению к ней только лишь эману могу употребить слово. Эману. Эману моим. Моим. То есть вода, которая частью меня стала, а я частью ее стал. Вот, и поэтому... Более точнейший перевод, именно Бог, частью нас ставший, а мы частью Его ставшие. Бог и человек, человек и Бог, Бога-человечество. И знаете, когда даже вот еврейская звезда, да, треугольник вверх, я тоже рассказывал пример такой, да, это знак устремления нашего к небесам, да, человек ищет Бога. Но есть разные объяснения, официальные, государственные, есть вот
такое духовное объяснение. Треугольник острием вниз – это Бог ищет человека. Человека, устремление человека. Но внутри, мне нравится мессианский вариант, с крестом или с чашей. С чашей можно. Потому что действительно, вот воссоединение вот всего этого произошло как раз в Иисусе. Воссоединение Бога и человека, человека и Бога, примирение. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Вот действительно это чудо свершилось, и Христос, кровь Христа, Агнца Божьего, стала примирением неба и земли. Стало вообще, ну это великим чудом, на самом деле, великое чудо. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, драгоценный. Поэтому они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Это как бы иллюстрация Бога человечества, человека Божий и Бога человечества. Иллюстрация. Этану эль. Да, это значит с нами Бог. Только так можно перевести. А вот эману, да, можно перевести и с нами тоже, но это совсем не первый перевод. Во-вторых, это Эммануэль, можно, если перевести с нами Бог, то получается, если с нами, то это мы об одном думаем, мы всецело едины вот, во всех наших вот, помыслах, мыслях, мы одного хотим, мы одного добиваемся, мы одна команда, как бы, даже если мы близко, да. Вот, но буквально вот именно выпитые, съеденные, растворенные в нас. Вот, и ведь самая великая тайна, да, сокрытая прежде от всех народов, в Израиле лишь по чуть-чуть раскрываемая на протяжении столетий, это ныне открытое всем, да, что Христос в нас, упование славы. Вот это самая великая тайна, которая есть вообще у нас, у христиан, у верующих. Самая великая тайна всех тайн. Христос в нас, упование славы. Других больших тайн нет просто-напросто на земле вообще. Самая великая тайна всех тайн. Сокрытая прежде от родов, да, на поколения, народов, язычников. Да, хотя и в языческих народах к этому были некоторые такие позывы, что ли, вот такие позывы были. Как бы и поиск этого был неведомому Богу, в конце концов. Да, вот как Павел, помните, в Ареопаге, там, в Афинах, там, в Деяниях там рассказывается, он там начал от этого как бы говорить, вот всего ты, которого не ведая, чтете, да, вот я пришел вам благовествовать, вот, ибо мы его род, да, значит, и так, будучи родом Божьим, там, и прочее, то есть он как бы, он ссылается на то, что на опыт языческих народов, эллинов, в частности, да, которые искали безначального, искали безымянного, искали вот, ну, того, кто выше всех и больше всех. Вот, поэтому в любом человеке это заложено, просто естественно заложено. Во всем мире это заложено. Это код всей Вселенной. Самый главный код, это самая великая тайна. Во всем мире растительном, во всем мире животном это заложено. А наипаче в человеческом роде заложено это. В человеческом существе это заложено, в сущности. Даже если человек вырос как Маугли, где-то там, на островах, где-то там не контактировал с людьми другими, он вырос просто среди животных, зверей, природы. Все равно в нем заложено такое мощное вот этот вот как раз поиск Творца. Да, не ощутят ли и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас находится на самом деле. Вот, это великая тайна. Для меня это самая прекрасная вообще тайна во Вселенной. И когда Царство Божие внутри вас есть, оно среди, но и внутри, самое важное, внутри, внутрь нас. Вы знаете, вот то, что Бог с нами, это, в принципе, любой человек, более или менее разумный, да, это может осознавать и понимать. Вот, но самая великая тайна не в этом, а тайна в том, что Христос в нас, Бог поселяется в человеке. Бог поселяется в человеке. Христа верою принимаем, да, и да, по большому счету, вот сама эта даже тема, она о пасторском служении. Знаете, вот все служения, какие есть в церкви, да, вот и апостольские, и пророческие, и пасторские, это евангелисты, да, учителя, это все
Знаете, вот и другие многие служения, да, не только эти, но это как бы основные, даже их сравнивают с рукой человека, кстати, да, вот с пальцами, как бы, да, еще много из красивых сравнений в разных школах, мне так нравится, интересно тоже. Но, опять-таки, все эти служения лишь для того, чтобы достигать меру возраста полного Христа, то есть, чтобы возрастать в нем, все, то есть, это все лишь для этого, абсолютно, это на самом деле... Это не просто там сухая теория, для, вот надо вот строить иерархию, допустим, да, вот создадим, давайте иерархию. Не, не для этого, а для того, чтобы достигать совершенства, для того, чтобы вот действительно познавать Христа еще больше и больше. То есть являть в этом Христа. А как являть Христа? Когда младшие старшим подчиняются, когда старшие не тиранят, не господствуют, а любовью служат младшим. Вот, вот в этом Христос проявляется, собственно, то, ну... Когда хочешь быть старшим, бери и умывай ноги, да, значит, вот, значит, и будешь старшим и господином. Вот интересно, то есть никак в этом мире, то есть по сути это столб и утверждение истины, по сути это царство Бога, а не царство человека. Это царство Бога, которое является в силе Духа Святого, это царство Бога, которое... просто противоречит всем земным представлениям о царстве. Царь, который на коленях, царь, который служит, да? Царство, которое, в котором все наоборот вообще. Царство, в котором другие законы, законы любви. Нежелание господствовать, да, значит, над народами, там, да, значит, нежелание там, обогащаться. То есть не по образу мира сего. Когда церковь по образу мира сего строится, друзья, то в чем грех-то, в чем опасность-то? Что она тогда миром-то этим-то и может быть и разрушаема запросто, вот, и побеждаема. Но когда созидается церковь и Царство Божье созидается по Божьим правилам, да, то оно непобедимо, оно непоколебимо. Тогда оно действительно, как вот сказано у Матфея, да, там 16-18, вот это вот, знаменитый, я создам церковь мою, да, и врата ада не одолеют ее. Тогда действительно так оно и есть. Вот. А еще лучше, помните, я, когда об истории христианства говорил, то я другой перевод использовал там. Там, значит, более точнейший перевод этого места писания, Матфея 16:18. Более точнейший перевод, я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней. Там говорится не об оборонительной войне даже, о наступательном сражении. То есть любовь побеждает, как полки со знаменами. Есть еще такая характеристика любви. Есть действительно Царство Божье в силе. Это не просто что-то там по плоти воинствование. Нет, это духовное сражение, это сражение любви. Вот, есть самая великая победа, победившая мир, это вера наша, любовь, надежда, которые действительно победили этот мир и побеждают. Вот. Против этого нет никакого другого оружия. О, об этом можно много свидетельствовать тоже и в своей жизни, и каждый верующий это расскажет о себе. 100% у каждого верующего есть примеры из своей жизни. Вот. И из истории христианства примеров вообще там столько, что, слава Богу, есть что говорить, есть о чем рассказывать. Я хочу вспомнить опять добрым словом Дима, не знаю, подключился, не подключился. Вот, товарищ мой с Липецка, художник, очень хороший художник. Мы вместе учились в одном училище художественном, в Орле, в Орловском учились вместе. Вот, и Дима, он сейчас верующий. Тогда он, середина 80-х, тогда... Мы вместе учились, и он не знал о Боге ничего тогда. Вот, и я с ребятами общался. Ребята, девчата некоторые слушали тоже. Значит, ну вот слушали. Я рассказывал, я притчи Христа и все пересказывал по много раз. Вот, и не знаю, свидетельствовать об этом или... Ну, наверное, лучше расскажу, коль начал. Дима сейчас верующий. Дима сейчас верующий, уже несколько лет верующий, слава Богу, он покаялся. Вот, но самое интересное, он покаялся, сказал мне, ровно через 30 лет после твоей проповеди, говорит, все вспомнил вдруг. Представьте, 30 лет мы с ним не виделись, 30 лет он не вспоминал
Ну, а тебе, говорит, я пару раз там слышал от ребят, что стал священником где-то там, служишь где-то там. Ну и ладно, все, как бы встреча выпускников, там меня не было никогда на этих встречах. Ну, и там, а где Журавлев? А он там батюшка где-то. А, ну ладно, и хорошо, все. То есть даже и ни к уму, ни к сердцу не брал. Но он был хорошим художником, и есть хороший художник, но он погибал из-за алкоголя. Сильнейшая зависимость, и все пропивал, короче, талант свой пропивал, значит, и погибал. Реально погибал человек, все. И он рассказывал интересную вещь. Вот после очередной там пьянки, значит, не было вообще ничего, значит, чтобы похмелиться там, чтобы выпить дальше. А он без этого жить не мог уже, все, то есть он был полная зависимость. И, значит, и он пришел там, значит, к одному там, ну, искал всякую халтуру, чтобы что-то подработать, денежку, чтобы была. Вот, и пришел на эту, как его, ну, шабашка такая для художников, похоронная мастерская там, всякие надгробия там, что-то еще там. Там все время художники могут что-то, какую-то копейку поиметь. Значит, и он пришел туда, значит, вот, и, ну, какую-то работу попросить, тем более его как художника знали уже, вот. И, значит, а там, в этом, как бы, в этой конторе, или как сказать, там, значит, начальником был писятник, протестант. И он, значит, сказал, что я, Дима, я знаю, что ты сейчас вот хочешь просто напиться, вот у тебя это серьезная проблема, короче, значит, и говорит, работы сейчас нету, но, значит, и денег я тебе не дам сейчас, потому что я знаю, ты погибаешь, вот, вот реально ты погибаешь, ты же сам это знаешь. Ну, а что знать, он не понимал, он не мог остановиться. Вот, говорит, ты же православный у нас. Он говорит, да, православный, конечно, да. Ну, все-таки там крещеный в православии, там в храм ходил, там, ну, так, захаживал, по крайней мере. И вот, а вот, говорит, послушаешь православного батюшку, вот тебе диск. Какой диск? Какой мне сейчас выпить надо, какой диск? Короче, ну ладно, я положил в карман, говорит, и иду дальше. Думаю, где же что-то там, значит, деньги взять какие-то. Значит, короче, и говорит, иду и назад отматываю произошедшее. Я, говорит, положил, а зрением так художника раз пробежал по обложке. Вроде как ты, вроде как Серега Журавлев. Ну ладно, ну, достаю точно. Ну, надо же. Короче, пришел домой, а у него там эта штука стоит, ну, короче, для дисков-то в телевизоре. Значит, раз, включаю. Точно. И вот ты здесь, говорит, надо же. И ты мне целый час там все, на все мои вопросы, короче, ответил. Значит, я вспомнил. А самое интересное, перед тем, говорит, я думал.